Всем привет! Сегодня на канале Max Junior теория крошечного взрыва. Ну что, готовы начинать? Давайте откроем вот это окошко. Итак, что внутри? Придется собрать этот аппарат. Но тут все просто. Так же, как с поездом, видите, схема. И детали ставим каждую на свое место. Так, это вот сюда. А это, кажется, не подходит. А, вот сюда. Отлично. Так, это вот сюда. Колбочку вот так. А эту вот сюда. Осталось 5 деталей. Трубка должна стоять вот тут. Так, посмотрим на схему. Угу, это вот сюда. И эту трубку вот сюда. Все, осталась последняя деталь. Готово! Отлично! Мы получили деталь для автомата. Давайте-ка вернемся и посмотрим, что там. Итак. Ну, и чего ты не открываешься? Так, вернемся попозже. Давайте сначала пройдем головоломку слева. Еще левее. Попробуем открыть вот это. Точно. Кранчик вот сюда. Ничего себе. Это настоящий рай для сантехника. Мы хоть не сантехники, но разобраться нам придется. Так. Нужно сопоставить все краны таким образом, чтобы по ним пошла вода. И чтобы ни одна деталь не оказалась бесхозной. Повернем вот сюда. Это похоже на счетчик. Настоящий лабиринт из труб. Повернем вот так. Эту вот сюда, отлично. Да, нужно разобраться. И сделать так, чтобы по трубам пошла вода. Все эти корончики, краны, втулки, счетчики. Мы в этом не очень разбираемся, но нам придется. Так, это вот сюда. Нужно подумать. Хорошо. Начну-ка вот с этого. Так. Повернем кран вот так. И соединим вот с этим. Отлично. Так, теперь справа. Кажется, лучше сделать вот так. Ага. Так, этот вот сюда. А этот поставим вот так. Отлично. Ого, смотрите. Те трубы, которые работают, подсветились. Осталось совсем немножко. Так, повернем вот так. А эту вот сюда. Отлично. Нужно сделать так, чтобы вода нигде не вытекала. И каждая деталь была на своем месте. Это направо, это вот так. Почти готово. Вот. Это повернем. Теперь справа внизу. Так, поставим вот так. И остался только счетчик. Готово. Отличная работа, ребята. Вода пошла. И мельница работает. Здесь мы разобрались. Отправимся направо. Так, с чего бы начать? Давайте опустимся в гости к дедушке. Мне кажется, мы в его комнатке еще не все нашли. Так, рычаг. Отлично, нужен еще один. Ребята, смотрите внимательно. Мне кажется, он где-то здесь. А, вот же он. Отлично, рычаги собраны. Теперь можно пройти вот это место. Итак, начнем. Зеленый, желтый, зеленый. Ага, нужно повторять цвета. Красный, красный. Желтый, желтый. Еще раз. Желтый, синий, красный, желтый. Отлично. Так, еще раз. Желтый, желтый, зеленый, красный. Угу. Желтый, желтый, красный, синий. Зеленый, красный, красный и еще раз красный.
Синий, красный, зеленый, красный, желтый. Запомнили? Эх, ошибка. Желтый, красный, зеленый, красный. Так, желтый, я запутался. Эх, это не так уж и просто. Так, кажется, все правильно. Желтый, красный, желтый, желтый, желтый. Зеленый, желтый, зеленый, красный, желтый. Эх, снова ошибся. Так, еще раз. Желтый, красный, синий, зеленый. Так. Что-то я не успел запомнить цвета. Желтый, зеленый, красный, красный, желтый. Красный, красный, желтый. Готово! Отлично, ребята. Настало время немного отдохнуть. Продолжим в следующей серии. Да, друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Красная кнопка под видео. Так вы точно не пропустите новые серии. Всем пока!